Приветствую вас на моем канале. Спасибо, что заглянули в гости. Меня зовут Лилия Донскова. И сегодня мы будем с вами тестировать новинку, которая появится в каталоге номер 9 компании Oriflame. А в 8 каталоге вы уже можете заказать пробники, чтобы протестировать новую помаду из обновленной серии. То есть серия Color Box у нас покидает, а будет новая серия, она называется On Color. И представлено 25 новых потрясающих оттенков. И сейчас вы можете брать пробники. Делайте это в первый или во второй заказ в начале каталога номер 8, а то потом пробников уже просто не будет. А мы сегодня потестируем на коже руки все помады, чтобы вы уже имели представление, как помада будет раскрываться на коже. Конечно, это сильно отличается от кожи губ, но, к сожалению, мы можем тестировать помаду только на коже рук, а не на губах. Потому что это не совсем гигиенично, если все будут пробовать одну помаду, разные люди на разных губах. Ну, все. На этом заканчиваем. Приступаем к тестированию. Итак, теперь задача все 25 оттенков новой помады On Color уместить на моей руке. Итак, начинаем со самых светлых. Это оттенок розовый нюд. Очень красивый цвет. Бомбический просто. И я делаю тоненькую полосочку на руке. Что я замечаю? Пахнет вкусно помада. Мягкий цвет. Вот я побольше, пожирнее наношу. Это будет цвет губ. То есть цвет натурально губ, очень красивый цвет. Я обычно такие помады рекомендую на повседневное использование. Следующий оттенок – персиковый нюд. Итак, персиковый нюд, уже более теплый оттенок. Так, пожирнее наношу, чтобы было видно. А, они очень близки друг к другу, но все-таки этот в холодный идет, а этот в теплый цвет. Какие они красивые. Кстати, помада очень мягкая по ощущениям, легко наносится. Следующий оттенок – медовый беж. Тоже теплый цвет. Уже больше рыжего в этом оттенке, как и риска. Такой светло-коричневый. Вот, кстати, эти цвета мне идут особенно классно, подходят. А, мягкая корица. Конечно, всегда помаду подбирайте под свой вкус, под свой гардероб. Так, заполняем корица. Уже более такой насыщенный цвет. Мы его видим на губах. Даже мне захотелось такую помаду, хотя я из Color Box серии, у меня никогда не было ни одной помады. Пряное какао. Уже такой насыщенный оттенок. Так. Ух ты! Вамп будет прям вырви глаз. Следующая пятерка. Я иду прям вот, как вы видите, по порядку, как расположены пробники. Коды помад не называю, потому что коды помад отличаются от пробников. И это не очень удобно. Терпкий бордо. Так, терпкий бордо. Ух ты ж! Какой он! Тоже такой прям насыщенный, яркий, близкие цвета, но этот прям идет в коричневый. Это более теплый, а предыдущий был более холодный цвет. Следующий. Вишневый шоколад. Тоже, думаю, будет очень темный, очень яркий. Вау! Ну, кстати, эти оттенки модные, и я думаю, будут пользоваться популярностью, особенно среди молодежи. Сливовое вино. Ух ты ж, как красиво. Слушайте, ну это просто праздник. Когда так много помад, конечно, глаза разбегаются. И невероятно все хочется, и всего так много. Ну вот у меня прям пока лидируют вот нюдовые все оттенки. Почему-то не хочется темными летом краситься. Вот нюдовые просто супер. Так, чтобы не запутаться. Глубокий красный. Глубокий красный. Мягко ложится помада, сразу плотным слоем, так густо, красиво, вау. Кстати, я бы назвала это более винным оттенком, а не красным. В моем понимании красный немножечко другой. А вот клюквенный красный, вау. Слушайте, прям красота. Вот он, яркий, сочный, клюковка. Тоже красивый, надо запоминать, где какой клюква. Супер. Так, пошел третий ряд. Алый мак у нас открывает третий ряд. И он действительно такой алый, динамичный.
Вот он какой хорошенький-то, а? Ну это прям классика. Под любой вечерний наряд, под костюмы, куда угодно. А теперь красный коралл. Они должны быть чем-то близки, но красный коралл будет, мне кажется, светлее. Да, так и есть. Но они, кстати, очень близкие. Чуть-чуть тональность отличается, вот прям немножечко. Даже не сильно заметно. Так, яркий оранжевый. Ух ты, какой яркий. Действительно, настоящий оранжевый цвет. Вот он какой, как он выглядит, такой он и есть на самом деле. Кстати, не так часто можно найти такой чистый оранжевый оттенок в коллекциях помад. И нам повезло, что у нас он есть. Спелый абрикос. Ну, давайте вот абрикос вот сюда закончим и перейдем на следующую полосу. Вау, какой красивый бархатный цвет просто. Супер. Запомните этот цвет. Я думаю, что он будет пользоваться большой популярностью летом. Это просто огонь. Так, далее пыльный розовый. Пыльный розовый мы будем уже наносить вот здесь рядом. Холодный оттенок. Розовый, красивый. Мягкий цвет, очень приятный. Слушайте, помада восхитительная просто. Так, правильно? Нет, неправильно, вот отсюда. Холодный розовый. Красавчик. Слушайте, какой красивый цвет. Вау, прям супер, надо запомнить холодный розовый. Хотя у меня и рыжие волосы, но мне, кстати, очень идут холодные оттенки. Опять же, что мы одеваем? Следующий неоновый розовый. Это будет шикарно смотреться под загар. Просто представьте, загорелая блондинка и вот такие вот губки. Просто Барби. Я такой цвет называю цвет Барби. Барбариска. Далее насыщенный розовый. Пошли розовые цвета. Один красивее другого или красивее. Классный. Ух ты. Слушайте, вот не ожидала, что меня так впечатлят новые помады. Розовый пион. Кстати, на картинке цвета совсем другие. Вот если вы заметите, то что в каталоге цвет абсолютно отличается, поэтому обязательно пробники, сначала пробники, наметьте те цвета, которые вам нравятся, закажите пробники, потому что на губах все равно будет смотреться все иначе. И яркая фуксия. Ой, даже боюсь ее красить. Прям такой холодный розово-фиолетовый цвет. Фуксию, кстати, очень многие любят, особенно он идет брюнеткам. Это что-то невероятное. Брюнетки просто начинают сиять. Так, следующий сиреневый клевер. Сиреневый клевер. Какой сиреневый, классный. Вот он, прям фиолетовый подтон. Смотрите, какой он жгучий. Следующий. Теплый ореховый. Вот, кстати, меня он сразу заинтересовал, этот цвет. Смотрите. Кстати, первые с вами пробуем эти помады. Новенькие абсолютно. Ой, какой хорошенький цвет. Супер. Шоколадный. Такой молочный шоколад. Сахарный виноград. Тоже мягкий. Мягкий, холодный такой. Тоже есть. В нем и фиолетовое, и сиреневое что-то переливается. То есть тоже богатый цвет. И следующий пыльный лиловый. Пыльный лиловый. Более светлый уже, тоже холодный оттенок. И тоже хорош. А, посмотрите, они очень близки по тону, только пыльный лиловый, он более светлый. И завершает пурпурная орхидея нашу коллекцию из 25 оттенков. Такие вот новинки у нас невероятные, классные, просто вау. Но это точно не мой цвет, но цвет очень модный, эффектный и будет пользоваться тоже спросом. Итак, что я вам хочу сказать? Все мои рекомендации вы уже послушали.
Цвета я вам показала максимально, вот как смогла, близко и насыщенно продемонстрировала. Ну, правда, это рука. Естественно, на губах цвета будут немного по-другому смотреться однозначно, потому что цвет губ сначала идет, а потом уже цвет помады. Поэтому пробники рекомендую. Выберите 2, 3, 4 оттенка, которые наиболее вам близкие под ваш вот цветотип, под ваш гардероб, под те цвета, которые вы вот привыкли, они для вас комфортные. Красота, конечно, просто неописуемая. Мне теперь осталось все это просто отмыть. Хотя очень жалко, столько красоты в одном месте. 25 оттенков. Девочки, спасибо вам за внимание. Я желаю вам выбрать самые классные оттенки помады. И надеюсь, это видео для вас полезно. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и оставайтесь с нами. Пока-пока!